Уфа торопится проводить 2020 год, поэтому готовиться к празднику город начал еще в ноябре. От фасадов зданий и витрин магазинов уже веет новогодним волшебством. Первой, кто решил приподнять настроение жителям республики, стала компания «Башспирт». Уходящий год для многих выдался непростым. Все в этом году начали готовиться к проводам его. Это новогодняя иллюминация, елки, украшения домов. Традиционно компания «Башспирт» оформляет фасад своего офиса в начале декабря, чтобы поделиться с горожанами этой атмосферой праздника. Компания дарит уфимцам новогоднее настроение по всему городу. Так, в 2019 году фирменный магазин «Тантана» на улице Ленина превратился в сияющий серебром терем. Оригинальный подход принес компании первое место в городском конкурсе по новогоднему оформлению. В этот раз «Башспирт» планирует повторить успех, ведь год для него, вопреки всему, выдался удачным. Год у компании оказался неплохим. Это и 129 миллионов рост по выручке к предыдущему году. Это и 6% роста отгрузок, и 7% роста налоговых отчислений, акцизных. Это наша основная функция. И обновились продукты классические, появились новые продукты, обновился фирменный знак «Башспирта». Одной из новинок стал крепкий напиток, название и образ которого навеяно старой поговоркой, которая хорошо знакома жителям республики и плотно засела в их головах. Деньги есть, Уфа, гуляем, а дальше? Денег нет. В деревне сидим или дома сидим? Чешма сидим. Деньги нет, чешма сидим. А тут пошла поговорка, догадываетесь? Не знаю, наверное. Ресторан был такой. Ну, это кафе было. А где? На где ресторан Уфа, а пониже было, ну, рядом с торца было кафе. Понять крылатое выражение можно прямо. Нет денег, значит, нет и развлечений в столице. Но если копнуть глубже, то можно узнать, что рядом с дорогим рестораном Уфа, который некогда располагался в центре города, находилось маленькое кафе, и называлось оно «Чешма». Все мы знаем значение поговорки «деньги есть, Уфа, гуляем», «денег нет, чешма, сидим». Очень надеемся, что следующий год для горожан, для жителей нашей республики будет «деньги есть, Уфа, гуляем». Особенностью нового напитка «чешма, сидим», который вполне сможет скрасить новогоднее застолье, стал его дизайн, созданием которого занимался уфимский художник Камиль Бузыкаев. Увидеть запоминающегося персонажа можно не только на этикетке, но и в специальной фотозоне, которую организовала компания «Башспирт». Сам же художник признается, такого парня с несползающей с лица улыбкой можно встретить в реальной жизни и не только в чешмах. Ну, простой, да, почему обязательно чешминский, он такой же и белорецкий, и сибайский, и месигутовский, и нефтеканский, да, общенародный образ. Я хотел нарисовать некое такое, о чем говорят, что вот башкирская земля гостеприимная. Я рад, что вот он вызывает такие ассоциации. Ну, значит, задачу какую-то я выполнил. В «Башспирте» считают, что в 2021 году получится осуществить самые смелые планы компании. А у жителей республики снова появится возможность сполна проявить свое радушие и вновь собраться за одним столом. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.